О, марафонец. Марафонец прибежал. Он финишировал, так сказать, торжественно и с салютом. Вот что я сейчас захватил? Стоит объяснять, что вот то, что сейчас происходило, это лютейший бред? Или и так понятно? Так, где тут контакт был? Вот. Ну и ладно. Вот еще, кстати, советские парлы охеренны вот этим вот. Я пустил ракету в один таргет, но радар сбросился, я ее тут же перевел в более выгодную. Что? Вот что сейчас было? А что с ракетой? Все, сервера умерли, походу. Просто одна ракета вообще решила покрутиться вокруг своей оси. Другая решила, что ей вообще не интересен самолет. Ля, как тяжко без парлов. Вот сейчас можно было бы по этим мигам что-нибудь попускать. Но их нет. Нечего пускать. Кроме слюней, блять. Тяжелая жизнь стокового самолета. Вот эту олдовую фишечку давай уж как-нибудь пропустим. Бля, ну сейчас же подсосут, сука. Лучше бы ракету пустил. Блять, мираж. Я сбиваю противника. Противник сбит. Бля, стрельба по союзникам. Блять, не согласен. Это был противник вообще-то. И чё меня за него оштрафовали? Я не согласен вообще с этими выводами. Это был противник, он вредил. Эта игра, наоборот, по ошибке его отметила синим цветом. Я-то что, виноват? Так, прямо передо мной, вот в упор противники. Где? О, бля. Спасибо, что рассказала игра. Премного благодарен. В 6 километрах рисуется самолет. Nope. Ракета, ну, ей не захотелось работать. Что сейчас, блядь, было? Куда она вообще делась? Ноль шансов было не попадать, она не попала. Нравится контент? Подписывайся, чтобы не пропустить новые видео. Все одно и то же. Так. Какой мы раз уже эту карту видим подряд? Раз, два. Третий раз, да. Земля оказалась ближе, чем думалось. Ага, четвертый раз эта карта. Понял. Разнообразие. Блин. Все. Не бывает в игре других карт. Закончились. Все остальные карты выведены были... До лучших времен. Так, я понял. Мы идем искать другие карты. Мы отправляемся на поиск других карт. Да-да. Да-да. Так, ну мы пока не нашли другую карту. Окей, отправляемся на поиск другой карты. А ну-ка, бывают ли они? Давайте же узнаем. Так, подумал матчмейкер. Ну, сейчас я дам уникальную карту, которой не было, и да, это она. Блять, как давно мы ее не видели. Алло, что происходит с игрой? Улитка, проснись, ты обосралась. А улитка такая, а я и не сплю. Сколько можно, блять? Сколько можно, ёб твою мать, блять? Не, все, ну, игра сломана. Матчмейкер сломался. Не бывает других карт. Все, опять день юго-восточного мегаполиса. Но у меня все еще есть решимость и самолеты, чтобы продолжать. I fuck your bullshit, shit. Я специально
сейчас им расскажу, что вы тут исполняете. Вы что, дебилы, блядь? Ну вы поняли. Ой, блядь. Вот вы понимаете, что у нас за разработчик, блядь, игру делает? Как вообще обстоят дела с разработкой? Все, блядь, закончились самолеты. Не на чем летать. Блядь, го японский фантом. Ебать, другая карта! Пацаны, другая карта! Охуеть! Прикинь, а вы знали то, что в тундре другие карты бывают? Ебануться! Я вот только что узнал. Я думал, только юго-восточный мегаполис. Вообще, карта на все времена, как, блядь, в доте. Одна единственная, все. Других не бывает. А нет, оказывается, бывают. Оказывается, они существуют. И в них даже можно поиграть. Охуеть! Невероятно! Еба. Нормальный стык текстур. Сильный. Весьма себе неплохой, я считаю. Блять, кто этот киборг, помноженный на вечность, который эту карту делал? Вот как можно было это здесь оставить? Вот так вот. А, и еще один. Я понял. Все, блять, вопросы снимаю. Это дизайнерская задумка такая. Это и называется «Я художник, я так вижу», видимо. Художник малює портрети відвідувачів власним дурчилом. Его не сбили? Серьезно? Система видимости. А он не увидел. А я у него просто заспаунился из ниоткуда. А потому что честная игра. О, мужской подвес на F-15. Вот это я понимаю. Баску бомбить правильно. F-15 же где находится? В ветке фантома. Фантом это что? Правильно, бомбовоз. Че, не знаешь что ли? Фантом же, блять, бомбардировщик, ебать. Значит, F-15 тоже. Все. Так и постановили. О, кто-то есть. А что с засветами, а? Это игрок? Это бот? Это, блядь, союзный бот вообще. Почему над ним маркер не отображался? Игра! Это вообще союзный бот! Ебать, просто, ну... Нет слов. Так, уже вижу контакт. Прямо по курсу никого. Ну, пацаны, как система видимости, а? Хорошая? Пиздатая, я считаю. Не надо фиксить. Давай у этого пятнаря узнаем, как там система видимости. Бля, пацаны, что по системе видимости? Нормально все? Бля, 4 фрага, но это 4 самых, сука, незаслуженных фрага. Вообще, блядь, за всю историю, наверное. Я просто у 4 типов сзади заспаунился. Вот и все, что я сделал для того, чтобы эти фраги сделать. Система видимости. Основа основ. Да, дружище? Вот и я так считаю. Он же не должен был обо мне знать, правильно? Чтобы был какой-нибудь бой там, противостояние. Не, зачем? Вот ракета из Инвиза, это то самое.